Всем привет, мои хорошие, мои любимые, вы попали на канал Ленислава Бурмаги, или же Бородю. Сегодня я хочу, как ни странно, как это звучит прикольно, хочу записать реакцию на хочу записать реакцию на Greece, Грецию. Греция на конкурсе представляет хорошие заявки, хорошие песни, но... Хорошие заявки, хорошие песни, но в основном номера у них не очень. Что вспомнить, как там, Love, This is Love. В 17 году номер был, так я знаю, какие-то два мальчика купались в водичке, ну, черти что. Так же самое в прошлом году, они затупили, какая-то там рука была, какие-то платья ужасные, номер непонятно был, там номера даже не было, стояла, пела. Песня была хорошая, ее ставили даже на первые места некоторое время букмекеры, но потом появилась Нета и расчавила всех. Первое место это мое, сказала она. Это по заставке я вижу, что будет представлять дама, женщина, по идее не трансгендер, Катерина Дуска або Душка, и будет представлять песни Better Love, типа лучше что-то любовь. Лучше любовь. Конечно же, лучше любовь, чем война, чем вот эти всякие бредни, ну понятно. Поэтому хочу записать свою реакцию, посмотреть вместе с вами, прокомментировать, потому что, знаете, у меня много просили Грецию. Да и сейчас она в букмекеры держится где-то в десятке примерно фаворитов. А в десятке фаворитов букмекеров это находится очень-очень хорошо, так что записываем реакцию. Хочу посмотреть вообще все страны, потому что для меня вот сейчас какое-то Евровидение, не Евровидение, когда я не знаю всех песен. Так обидно, что я не могу прям записать все реакции, там 40 реакций в день. Все, смотрим. Душку нашу, душку. Давай, душка. Моя самая любимая заставка, да. Так, это клип, да, клип. Ой, кидамы. А это на... О, ух ты. Клип... А. Нам не напоминает Marino and the Diamonds. Вот и внешне, и голос какой-то такой низкий, похожий. Marino and the Diamonds, знаете, есть... Фру-у-у-ут. Ну, не песней. Очень интересный клип, я вам скажу. И она красивая дама, такая гречанка. Видно, что она... Может, она не гречанка, но ну, что-то такое, я ихняя. Кровно мешан. Класс. Именно с ее голосом эта песня звучит хорошо, круто. И это, знаете, она так, как себе букет замотала. Только баба в селе одна была, знаете, заматывала каждую ночь вот туда вот себе на ночь, чтобы когда спала, заматывала себе хустку, чтобы тут не было подбородка, чтобы ничего. Она в старости выглядела прекрасно. Вот это она, наверное, и копирует ту бабку старую. Очень интересный образ этот у нее сейчас. И что-то вообще хотел сказать, но забыл все. В Греции, я понимаю, модно руки мазать блестючками, да? А это стразы, ладно. Стразы можно. Очень интересный клип. Я, конечно, смысл трошки не понимаю клипа. У меня это проблема, я как понять смысл клипа. Просто, наверное, как иллюстрация к песне. Ой, как она красивая. Мне так она нравится, вот эта дама. Душка. Катерина, да? Катюха-душка. Ох, Катюха. Реально, смотрю на нее, Marino and the Diamonds в голове. Очень похоже, еще так накрутила волосы, прикольно. Ну, давайте песню оценим. Песня мне нравится. Именно с ее вокалом, с ее тембром, низким голосом таким, она звучит еще лучше. Ух ты, какой-то кипиш происходит, там сидит, там крутится. У нее низкий голос напоминает мне Бланш. Именно голосом, тембром, голосом Бланш. Ну, 2017 год, Бельгия. А если там судить, то очень круто. Виноград кушаю. Голодно. Класс. Ой, могу сказать, что это звучит очень круто. Еще раз скажу, что мне очень напомнила она. Это Катюха-душка напомнила мне Marino and the Diamonds. Я думаю, все ее знают. Marino and the Diamonds. Это мне просто мне нравится песня. И вот девушка такая красивая, боже, как она. Мне реально кажется, как она красивая. Песня по тембру напоминает именно Бланш. Как я уже сказал, новая. Какие мне эмоции вызвала? Эмоцию положительную. Эмоцию такую песня спокойная. Песня, как меня она умиротворила. После того, как я послушал под Португалию только что. Португалия какая-то такая, красиво, но ту-ту-ту. А это прям такая спокойная песня, но для наушников. Но для наушников, не для сцены.
На сцене нужно номер под эту песню, если она будет просто стоять, то нужно просто темный экран, луч света или что-то розовое добавить, как в клипе. В основном на Евровидении любят, когда они представили official video music или просто national final performance. Когда видят music video, любят, когда его интерпретируют на номер сам. Когда клип, да? Клип какой-то, например, розовый. У нее должен быть, по идее, розовый номер. Людям понравится, если будет розовый номер, потому что они привыкнут уже к этому клипу, они будут ждать что-то такое похожее. А если она, знаете, сыня выйдет в синем костюме, ну это же будет бред. От этой песни стоит ждать одного. Или они делают классный номер и занимают место повыше, или они затупливают, делают номер, или она просто стоит, или она же просто, я не знаю, ну, какие-то номер, знаете, ужасные, ну, обычный примитивный номер для Евровидения. То она, конечно же, останется или в полуфинале, не знаю, живой вокал, мне кажется, у нее будет хороший, но я не уверен. Но может быть. Ну, нужно слушать, понимаете, репетиции первые, заработают препати Евровидения. Нужно все слушать, увидеть, смотреть и созерцать. Поэтому пишите свое мнение в комментариях, пишите свои мысли, пишите, какая была у вас реакция. Моя реакция такая. Интересно посмотреть, какая она у вас. Надеюсь, что вам понравилось. Мне очень понравилась сама исполнительница. Она такая красивая, знаете, прям неважно, что она там даже спевала песню про утят. Мне понравилось. Подписывайся на мой канал, обязательно оставляй комментарий, потому что я это проверю. Если вы не исполнили это все, то я вас заблокирую нафиг. Ну, нафиг, ой, может нафиг не требовал сказать, но зато я вызвал эмоцию. Может негативную эмоцию вызвал, но... Ну, да, это... Ой, так как будто бы вы этих слов не говорите. Хочу сказать всем спасибо, всем пока, просмотр, люблю вас за просмотр, точнее. Люблю вас очень сильно, надеюсь, что вы подпишетесь, потому что вам стоит? Я видео монтирую 3 часа, подписаться вам это 1, 2, 3 секунды. Поэтому люблю, целую.